защищается Артега. Руки опущены. Он пытается идти в борьбу. Да, уже на рефлексах атакует Калифорниец. И понимает, что если не получится перевести, то его продолжат избивать. Как угодно, лишь бы оказаться на мосте. Берет небольшую передышку Артега. И Ларин смотрит. Чтобы пауза не затянулась. Просто какая-то нечеловеческая абсолютно стойкость. Сегодня в исполнении Брайана Артеги. Действительно удивительный боец. На грани поражения уже находится чуть ли не с первого раунда. Но мы смотрим уже четвертый. И он близится к своему завершению. Вот попытка как раз набросить ноги. Ох, как-то печать. Практически совсем. Еще серия. Рвется вперед Макс Холлоуэй. Делает все для того, чтобы закончить этот поединок в четвертом раунде. Сумасшедший бой. Звучит сирена. Уводит буквально рефери Брайана Артегу в угол. На это просто больно смотреть. При всем уважении к Максу Холлоуэю, но думаю, жалко Брайана Артегу по-человечески. Вот так, большой, простой.